Как извлечь файл MSI? Перейдите к azzip.com. Затем нажмите «Распаковать». Затем перейдите к распаковке файла MSI. Нажмите «Выбрать файл MSI для открытия», чтобы открыть средство выбора файлов. Или перетащите файл MSI прямо в azzip. Он начнет извлечение файла и после завершения выведет список содержимого файла MSI. Нажмите синюю кнопку «Предварительный просмотр», чтобы открыть файл прямо в браузере. Эта опция доступна только для некоторых типов файлов. Нажмите зеленую кнопку «Конвертировать», чтобы сохранить выбранную папку назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.